Всем привет! Сегодня хочу наверстать упущенное, так как в своих видео про изготовление солнечных батарей я упустил, в общем, я ничего не рассказывал про герметик. И у людей стали возникать вопросы, что это такое, что за герметик. Многие думали, что это смола эбоксидная, ну или разновидность какая-то. Ну и говорили, что все это я зря делал, вот, то есть время потрачено впустую. Ну сейчас расскажу, что начнем. Это силиконовый герметик, разработан специально для герметизации солнечных элементов. Герметик двухкомпонентный. Это отвердитель, это вот сам герметик. Покупал я его 3 раза, то есть я сделал вот на данный момент 14 батареек, и на эти 14 батареек я закупался 3 раза. Первый раз покупал у Константина Авраменко, Москва, второй раз у Валеры Давидчика, большое спасибо ему, он меня прям сильно выручил. Покупал он в Ростове сам. Фасовки по 5 килограмм. И третий раз я закупился у Алексея Доронькина, Москва. В общем, цена адекватная. Конечно, чуть подороже, чем в Ростове, но дешевле, чем у Константина. Далее по расходу. По расходу. На одну батарейку из 40 элементов. Размер одного элемента 3 на 6 дюйма. У меня уходит 600 грамм от этого герметика. То есть 300 грамм на одну сторону и 300 грамм на другую. Ну и немножко на пол там проливается, я газеты подстилаю. Ну, ничего страшного. Дальше вот как он, что он из себя представляет. Специально у меня остатки такие вот с поролона там. Они капают, свисают, и вот что остается. Видим, да? Вот он такой вот гибкий, прям эластичный. То есть вот гнуть можно вот всяко разное его. Вот. Прозрачный. Вот через него можете видеть все. Это вот здесь он просто искривления такие. Потому что он неровный. Он стекал. А когда он ровный, он прям идеально, как, ну как стекло. Ну, рвется. Рвется. Но эластичный. Вот. Немного добавлю по пропорции. То есть как мы. Пропорция смешивания отвердителя с герметиком. Можно лить 60 грамм на килограмм, можно 30 грамм на килограмм. Пробовал всяко. Единственное, если мы 60 грамм добавим на килограмм, у нас сильно быстро он схватится и ничего не успеем сделать. То есть получается, батарейка не получится. Вот, он очень быстро схватывается, если делать 60 грамм. И как бы вот уже Алексей Доронькин, видать, может быть, с этих соображений, что не успеваешь ничего сделать, он вот уже в своей инструкции он написал, что на 1 килограмм 30 грамм. Что я считаю, ну, как бы правильно тоже. Так, ну, в общем, все. Добавить как бы больше нечего. Всем пока, удачи, с наступающим Новым годом.